В этом году в городах Тверской области начнется благоустройство в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы начнутся в Торжке, Бежецке и Удомле. Там благоустроят городские пространства. Эти территории в прошлом году победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работа ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Напомним, что в июле 2023 года названы проекты победителей конкурса, реализация которых начнется в 2024. Реализация проектов будет вестись в течение двух лет. А также будут продолжены проекты в городах Старица, Красный Холм, Висигонск, Лихослава, Альконакова и Торопец, которые победили во всероссийском конкурсе в 2022 году. Всего же с 2019 по 2023 годы в Верхнем Лужье воплощено 15 проектов, которые победили во всероссийском конкурсе в разные годы. Объем привлеченных из федерального бюджета средств на их реализацию составляет более 1 миллиарда 400 миллионов рублей.